Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Strike Force от Marvel. Так, ноябрьские задания. 50 тысяч монет. Так, за шестой день 1500 сфер. Ну и здесь 2000. Так, ребят, сегодня продолжаем открывание персонажей. И мне есть что открыть. И мне, друзья мои, есть что открыть. Кстати, ну-ка, сбор Марвелов скоро. Интересно. Так, а здесь у нас что? Обновились задания, нет? Не пойму пока. О, фотон? Ну-ка, подожди секунду. Да, друзья мои, фотон, а у меня ее как раз нету. Надо будет в ближайшее время ее обязательно получить. Так, рейды Альянса, ну-ка покажи мне. Дальше, дальше. А что дальше? Дальше тут все закончилось, походу, нет? Соло Вольф. Подожди, а почему? Так, я могу либо отсюда начать, либо отсюда. Так, вот такая команда. Ну что, я попробую, ребята, симуляцию здесь сделать. Я не знаю, 48 уровней получим. Сможем мы завалить или нет? Смогли. Порвали все-таки мы их. А вот 54-й уже, это, ребят, блин, под вопросом. Так, может быть лучше здесь? Блин, тут Халк плюс 2 Грута. Если бы они хотя бы дали мне сменить. А если, например, мы сделаем вот так вот? Мы с тобой два таунта поставим. То есть у нас будет... Ну-ка, сейчас посмотрим. Отлично. То есть у нас будет даже три таунта, ребята. У нас получается Халк. И как его... Джак или как его? Я уже забыл. И у нас хилка. Вот эта хилка, ребята, вообще просто имбовая. Имбище. Так, все, у меня закончилась энергия. Так, давай тогда мы сейчас вот здесь. А, тут вступить. Ну, я вступаю, да? 40 энергии у нас есть. И начну я, пожалуй, вот отсюда. Поехали. Ну, тут, ребят, симуляция. И эта команда вообще рулит. Очень жестко рулит. Потому что ей, я, ребята, проходил сегодня 4 часа эпическое приключение в этой игре. И, в принципе, благодаря этому сегодня как раз будет открытие новых персонажей. Именно там я их заработал, друзья. Угу. Так, и последний у нас тут этап. Мастер паутины у Человека-паука. Да какой там? Не пойму, да какой он там прокачивает его. А, до 7 уровня. До максимального, да, получается? Ну тут все. В рейдах все, что смогли, мы сделали. Так, ну что, получить снаряжение. Ну давай вот здесь вот возьмем. Три штуки. Так, понятно. У нас еще три сферы есть. Погоди. А, ну здесь, ну понятно, что-то я их пропустил. Так-с, дальше. Угу. Ну и что нам выпадет здесь? 10 карточек на Человека-паука. 5173. Ну что, заходим в припасы и смотрим, друзья. Кто нам нужен? Ну, мне нужно Ника Минору. И, по идее, нужен Корк, но 4200, это, конечно, ребят, грабеж средь бела дня. Ну, как по мне. Как по мне, это грабеж средь бела дня. Ну, слишком дорого. Так, я тогда здесь скуплю вот эти вот все Иза. Они нам все нужны. Так, вот какие-то здесь нужны именно на... Ага, вот. Так, и берем сферы. Вроде бы все, да, здесь.
Так, на почте. Сбор Марвелов. Доступен налет, американский патриот. Лаборатория, лабораторная разработка. Оу. Обратная разработка у нас. Слушай, это новые события у нас открылись сегодня. Ну что же, это приятно, радует меня. Так, давай посмотрим, что у нас там по налету. Вот, ребята, американские патриоты. Сразу же в бой. Блин, а у нас этого нету, энергии. Мы с тобой что? Мы из Женевки пока не выполнили. Американский патриот. А у меня сколько-то есть, кстати, ДНК на него. Давай из Женевки закончим, наверное. Так, открыть две сферы. Сразиться в рейдах. Давай испытания пройдем. Слушай, интересно, а вот здесь вот я смогу, может быть. Дай-ка я попробую. Я возьму, например, пустельгу здесь и... Но в плане... А что, мне не дают, что ли, мою эту... Спасательницу? Не дают, друзья мои. Ладно, ну что я могу? Давай так сделаем, фиг с ним. Просто мне хочется, ребята, пройти дальше и получить намного больше сфер. Или что они там дают нам? Кредиты. Чтобы зарабатывать больше. Естественно, на автобое. Я, правда, не знаю, какой тут у нас противник сейчас будет. Так, стоп. Вот такое вот начало у них, да? Значит так, 12 противников, ребята, у них будет здесь. Первым, кого мне надо уничтожить, по идее... А, он же провокацию уже взял. Серьезно? Тогда все понятно. Тогда, друзья, все понятно. А раньше я это событие пройти не мог. А теперь, как ты видишь, оно просто на изи проходится. Так, слушай, ну тут из фантастической четверки, я смотрю, да, леди, этот, глыба, или как его там назвать, Эльза Блэкстоун. И человек-огонь, и как его там, человек-факел, пламя, блин, в общем, ты понял. Блин, пустелька, какая же она мощная, а? Особенно если вот с Тони Старком, да, ее поставить вместе в группу. До свидания, девочка. Так, ну что, теперь, наверное, будем провокаторов бомбить. Такой чувак вытянулся резиновой пугало. На тебе еще одну провокацию. Ой, кровотечение. Масуха. Готов. Чего? Что-то не поло. А сфига ли второго-то? Он клонировался? Я не знал, что у призрачного гонщика есть клон. Фига она там стреляет, наяривает. Намор, да? Блин, выжил. Так, мы сопротивление, правда, ослабление защиты. Вешает, а? Так, минус намор.
Слушай, ну он так жестко бомбит. Ты видел, как хп отнимает? Только шурах. Ну, пустельга, а? Ну, красавица. Все? Хана ему, походу, дела, ребят. Слушай, она контратачит. То есть она делает помощь, да? У нас выстрелила девчуля, а она как бы под прикрытием. Сразу же в ответку ему. Хм. Ну и прекрасно. Так, сейчас мы попробуем вот это вот взять. Может быть, получится и здесь. Чем дальше мы продвигаемся, тем больше мы наград будем, соответственно, и получать. Давай смотреть. Такой это, да, Человек-паук. Панк. Так, ну что у нас тут? 17 противников. Так, мистер Зловещий, наверное, будет первым, кто должен упасть. Хренушки там. Поехали. Так, Псайлок. Блин, у него уклонение стоит. Просто в табло получил. Так, Магнетто прибыл. Страйфа, конечно, тоже бы надо было уничтожить, если честно. Он бесявый. Все, что ли? Завалили хмыреныша? Так, у меня на Марвел, я смотрю, слепота стоит. То есть бесполезно, да? Промахнется все равно. Этот кровотечение там наяривает. Расставляет всем. Давай провокацию, наверное, возьмем. Поехали на Страйфа. Фига он там чудит. Магнета совсем образила, я смотрю там. В корень. Так, минус Страйф. Слушай, ну по идее мистик тоже надо убирать, чтобы она тут не клонировала нас. Попробуем. У нее сопротивление было. Так, морда, ты заколебал. Он замедление вешает. Замедление, слепота у нас тут висит. Зашибись. Слушай, проблема у меня огромная. Я не могу ни провокацию сделать, ничего. За какого фига на провокацию-то взяла? Я не пойму, блин. Минерва, ты что, совсем что ли дура? Фига ли она провокацию-то взяла? Давай, бомби. Так, Росомаха, тут шторм это еще выпендривается. Но это последний вот этот вот. Мне главное, чтобы они, друзья, не завалили мне Минерву. Кто там провокацию? Блин, этот взял на себя провокацию. Твою налево. Попробуем
выжил. Есть. Шторм это задолбал уже. Она и замедление, и оглушение. Смотри, что натворила. Походу, крышка мне. Да? Смотри, лед понавесило здесь. Да, все, разобрали меня, ребята, здесь. К сожалению. Какая-то армия говнососов, ребята, просто меня разобрала, прикинь. Блин, тут еще и Хеймель пришел. Не, по-моему, тут что-то как-то дофигище. Какой у них хотя бы уровень-то, я даже не знаю. Нет, одной, конечно, ей, ребят, не совладать. Никак. Хорошо, я это запомню, ребята. И надеюсь, мы с вами еще сыграем на их костях. Оно будет обязательно. Оно будет обязательно. Тогда здесь пока автопобеду закончим. Здесь у нас что? Ну, здесь тоже автопобеду сделаем пока. И здесь автопобеда. Так, пройти два испытания сделали. Дальше купить припасы. Поехали покупать припасы. Так, это взяли. Это взяли. Это купили. Возьмем тут. Возьмем здесь. Двадцать два миллиона у меня, ребята, денег. Так, этих вообще ноль. Этих ноль. То есть самый ходовой ресурс, да, ребят? Нижний. Самый дешевый, самый ходовой получается. Так, сферу открываем. Понятно. Опачки, друзья мои. А вот еще один персонаж, который сегодня у нас будет завербован. Неожиданно. Для меня это очень даже приятно. Так, что за сфера? А, денежная сфера. Так, здесь еще две сферы открываем. Так, секунду. Гвенпул. Мне, конечно, хотелось бы Марвел бы прокачать, но... Ты знаешь, я же Гвенпул хочу открыть. Все. Так, здесь у нас здесь снаряжение. Ну и тут сфера. Сделать вклад. Технология Старка. У нас сколько? 720. Давай прокачаем урон. Но это на... Наверное, нам нужно... А, навык прокачан уже. То есть... То есть остаются только мутанты, что ли, у нас? Нет, вот здесь вот техно. Броня. Концентрация. И сопротивление. Что у нас дальше идет? Иза. Ну, тут просто на автопобеду делаешь. Семьдесят два. Забираем здесь и вот здесь.
Все подчистую, как говорится. Но забрали. Так, ребят, теперь мне нужно... Знаешь что? Мне нужно псайлок. Мне нужна псайлок. Нужно найти... Кстати, а это... Думал, можно прокачать ее. Нет. Мне нужно на нее еще 9 карточек. Давай попробуем. Есть. Есть, ребятушки. Так, а что у нее тут... Подожди. Что у нее за вот это вот... Когда у этого персонажа или союзника из невероятных людей X или семени смерти остается меньше 50% максимального здоровья, дает ему контратаку. Дает плюс 500% к сопротивлению разрушения. Ну давай, я прокачаю. И, друзья мои, новый ранг. И теперь нам доступен поход на доктора осьминога. Часть вторая, насколько я помню. Так, у нас тут еще этапы. Это я все заберу. Потом будем, ребят, сферы открывать уже чуть позже. Сейчас мне интересно знать, что у нас за события. Ну-ка. Подожди, или я ошибся? Нет, не на октопуса, на магнета, ребята. Конечно же, магнета. Вот. Вот. Вот здесь я псайлок прокачивал, вот она мне нужна была. Ну что, друзья мои, в бой. Похоже, астероид М был здесь. Он уничтожил лежащий далее город. Таковы последствия войны. Мы отомстим за павших, когда вернем себе астероид. И если Ультимус возьмет его под контроль, сложно даже представить, что он с ним сделает. Даже вот так вот. Вот такое, ребята, у нас братство. Надеюсь, это братство меня не подведет, и мы все-таки сможем получить 130 карточек на магнет, а это... Извини меня, целый новый ранг. Как ни крути. Ну что же. У отряда Альфа есть космодром на Тангасиме. Это недалеко. Если мы пробьемся через этих оскверненных, то сможем попробовать перехватить астероид до того, как он выйдет на орбиту. Хорошо, пронзим ряды первого легиона и захватим корабль. Ну что, друзья мои, я готов. Сколько врагов будет? 16. Эй, игра! Ты серьезно? Ребята, она просто взяла и зависла. Да, просто взяла и зависла. Мне придется перезаходить. Ну что, надеюсь, на этот раз без приключений все будет. Поехали. Угу. Мы их ослепили. Так, срочная помощь. 16 врагов будет, ребят. Ну, как бы... Не знаю, сможем ли мы... Так, Кейбл тут еще явился. Морда, блин. Это кто такой? А, понял. Промахивается. В плане, жабу снес с удара? Ты серьезно взял жабу снес с удара? Да ну нафиг, ты че? Блин, два стрэнджа еще. Твою налево, блин. А я точно пройду здесь? Слушай, ну псайлок мне нравится, ребята, своя атака. Вот это, блин, сейчас будет блокировка лечения. Но у нас медиков здесь нету. По идее, надо Стрэнджа валить. Есть. Стрэндж улетел. Один улетел, по крайней мере. Такой, блин, побежал туда, оттуда выбежал. Так, по-моему, сейчас мы Джиггернаут, ребята, потеряем. Кейбла надо валить.
Стрэнджа надо. Так, ну у нас магнета, по крайней мере, более-менее стоит. Держится. И псайла, красота, конечно, тоже. Вот два венома, вот этих вот. Один упал. Какой-то вшивый удар, если честно. Давай-ка аристократочку. Фиг там. Ничего мы с ней не сделали. Да, упал. Правильно. Блин, этот медик, конечно, бесявый. И аристократка тоже, ребята, со своей помощью первой вымораживает. Блин, Магнета, держись. Видишь, они просто захиливаются, ребята. По жесткочу. Тут вот хламонка тоже мощная. Ну, поехали. Так, слепоту, отлично. Сейчас будут мазать все. Так, а у нас есть шанс оторваться. Нифига, вот это вот удар был. Вот это, я понимаю, друзья мои, было прям великолепно. Да что ты не падаешь-то, гад? Дай-ка я аристократку вольну. Есть. Все, ребята, по-моему, прошли мы здесь. Их два осталось. Ну, конечно, жабу, как они вырубили с удара. Это было что-то с чем-то. Слушай, ну, псайлок вообще красота. Я не думал, что он прям такая ассасиночка. Поторопитесь, нельзя допустить, чтобы Ультимус полностью подчинил себе астероид М. Подготовка к отправке к станции отряда Альфа, приготовьтесь. Да мы всегда готовы. Шикарно. Ну что, ребята, 130 плюс 250 тысяч монет. Это значит, что, по идее, Магнета должен прокачаться на один уровень. Если чего-то тут не изменилось. Так, 5 людей Икс. С 6 звездами. Ну, это, конечно, ребят, с 6 звездами. Это пока Unreal. Так, я сейчас посмотрю на Магнета. Тут у нас еще награды всякие. Так, еще ежедневные цели. Так, дай-ка я гляну, что у нас тут. Что за сфера? Осколки? Ну давай. Жаба. Жабу получили, которую снесли в 3 секунды. Так, синее снаряжение. Ну давай. Синее снаряжение, так синее. Слушай, а у нас еще 625, оказывается, есть. Так, друзья мои, вот дилемма. Или тратить, или не тратить. Мбаку. Тут кристалл. Даже не знаю. А, вот же, ё-моё, чё я туплю-то? Мы же, конечно же, прокачиваем паука-призрака. Ну, здесь нам делать нечего пока. Хотя вот Минерву бы мне, конечно, хотелось бы, ребята, прокачать по фулке. Но ты сам понимаешь, что это в данный момент, ну, просто нереально. Ну что, пора, наверное, открывать персонажей, друзья. А потом уже будем... Так, секунду. Бойцы должны пройти предыдущий... Ну это я, ребята, буду за кадром уже делать, потому что там очень долго. Очень долго. Так, подожди, мне надо забрать здесь. Так. И вот так.
Ну что же, друзья мои, и первым, кого мы будем с вами открывать, это Капитан Америка МВМ. Вербуем. Так, две звезды красные, американская сталь. Наносит основной цели 80% урона. С шансом 50% призывает на помощь случайного союзного Баки Барнса. Нормально. Дает персонажу и всем союзникам один заряд отражения. Дает одну энергию способности одному случайному захватчику. Призывает на помощь двух случайных союзных захватчиков. Это называется братья по оружию. Ну что же, великолепно, друзья мои, что у нас открылся новый боец. Следующим это у нас идет Мисс Марвел, жестокий свет. Это у нас герои, город мутанты, протекторы, то есть это страж, секретные защитники, молнии из глаз. Вербуем. Имеет она у нас две звездочки, и первой способностью у нее это подростковая взбучка. Наносит основной цели 70% урона, дает один заряд готовности, на эту атаку нельзя ответить контратакой. Понятно. И второй это дизлайк. Наносит основной цели 90% урона, а также копирует и снимает до двух случайных положительных эффектов, кроме провокации. Причем она дает сама провокацию. На эту атаку нельзя ответить контратакой. Шикарно. То есть она бьет безнаказанно, получается, да? Это особенно у тех, у кого есть контратаки. И третий персонаж, ребята, это у нас Звездный Лорд Аннигиляция. Воскресший Питер Квилл, который использует свои тиранские пушки, чтобы обрушить на врагов смертельный ливень. Воскресший? А его что, убили где-то когда-то? Хм, интересно. Ну что же, как мы видим, у него две звезды. И первая способность это выстрел с переворотом. Наносит основной цели ближайшим целям 80% урона. А второй это круговая стрельба. Накладывает на основную цель слепоту. Наносит основной и ближайшим целям 80% урона и накладывает один заряд уязвимости. Вот так вот, ребята. И последний персонаж, который мы сегодня будем брать, это у нас Вэл. Это герой космос, мистика, буяны, Биврест, дети Асгарда. То есть это у нас Асгардка, да? Состояв в союзе с завораживающей силой Феникса и будучи последним представителем детей Асгарда в своей вселенной, Вал использует асгардские реликвии, чтобы возрождать союзников и наносить сокрушительные удары своим врагам. Воскрешать союзников? Так, имеет она у нас две звезды, но красные, ребята. И первая способность это пламя выживший. Наносит основной и ближайшим целям 100% урона. Копирует один положительный эффект, кроме провокации и регенерации с одного случайного союзника. Когда этот персонаж проводит контратаку или приходит на помощь, при наличии у него регенерации, эта контратака или помощь получает 100% к урону. В рейдах и темном измерении, когда этот персонаж проводит контратаку или приходит на помощь, эта контратака или помощь всегда получает 100% к урону. То есть это, ребята, персонаж рейдовый. И в темном измерении тоже идет. Второй это реликтовый штурм. Наносит основную цель и ближайшим целям 150% урона. Накладывает на основную цель беззащитность. Эта атака получает 50% дополнительного урона и 200% дополнительной концентрации против злодеев. Во как. Ну что ж, друзья мои, вот в принципе сегодня этих персонажей мы завербовали. Очень даже хорошо. Так, с достижения получили мы с тобой там 36 мутантов. Ну давай откроем сферы. По-моему, это на осколки у нас идут сферы. Ну, на осколки, на ДНК. Нет, это золотая сфера. Так, и здесь у нас бирюзовое снаряжение. Получается, что все. Так, здесь у нас ну, Баки Барнса, но можно Джубили
прокачать. Ну давай вот так вот сделаем. И вот так вот. 270. У нас 600. Угу. Люк Кейдж. 50 нужно алмазов, ну их нет у нас. Так, ну что, теперь пойдем посмотрим, друзья мои, на события. Какие у нас два события? Новых. Новых два события. Или не новых? Подожди. Так, а... это не то, на что я рассчитывал. Зачем они странно все... Это же старое событие. Нового здесь ничего нету. А что же они тогда написали, что... Так, ребята, в эпической кампании. Вот здесь вот. Дошел до последней битвы. Вот здесь вот, ребят, не смог одолеть. Меня просто расписали. Но если мы, например, каким-то образом подкачаем... Кого только подкачаем, я хрен его знает. Найти-то я вряд ли найду здесь, да, вот это все. Я вот не знаю, если мы... Ну, если я возьму туда пустельгу, ее разберут. Там ее просто разорвут. Единственное, что можно попробовать... Сейчас глянем. А мне нужно пройти просто вот один вот этот вот последний этап. А, я не могу здесь никого взять больше, ребят. Я думал, что получится взять спасительницу. Но похоже, что не смогу. Сейчас ты увидишь, какой, друзья мои, здесь происходит трэш. Я поставлю на третью скорость. Бой будет долгий. Там, по-моему, 36 или 37 персонажей сейчас были. 24. А, так мы... Да ладно, я думал, что мы с самого начала будем. А тут на остатках мы. Тьфу. Ну, друзья мои, тогда все. Блин, гаденыш, а. Какой он мощный. Он 114, ребята, мощей у него. Да запарил. Сейчас главное, чтобы он не призвал этих. Есть, все, ребята. Хана мандрыга. Он своих приспешников вызывает. Этих альтронов мелких. И они там начинают бафать, усиливать и все там подобное. Тогда все, тогда сейчас пройдем. Тогда пройдем. Давай, наверное, уберем с тобой этого хлыща. Да вообще-то я хотел, блин, Венома убрать. Я помню, там что, провокация на нем стоит или что? Офигеть, что он такой живучий-то? Готов. Так, паучка, может быть, вольнуть. Давай паучка. Конечно. Вот этого надо валить, ребята. Пиро, блин, он бесит тем, что он кровотечение очень много навешивает. Достал уже, а? И
И этот еще блокировку, блин, лечения делает. Поехали. Так, 7 персонажей. 1, 2, 3, 4. Еще трое где-то будет. Влетай. Сдох. Так, ну что, ребята, пир сдох. Блин, тут еще один прибыл. Поехали. $150 000. Ему пофиг, да, ребята? Даже половину здоровья не отняли. А это сейчас провокацию 100% возьмет. А мне так кажется. Да ё-моё, какой-то бесед... Вот-вот начинается. Поехали. На, нафиг. Заколебал свои провокации уже просто в корень. Блокировка способностей сделали на Минерву. То есть она не сможет хильнуть. Вот заколебает, а? Есть. Наконец-то мы его пробили. Так, у них больше, по-моему, нету здесь, друзья, насколько я вижу, этих провокаторов. Теперь надо дальше валить этого Венома. Бедный, блин, мой этот Кроссбоунс, на нем столько кровотечения понавешали, а? Просто не вылазит из кровавой этой бани. Да сдохнет он сегодня или нет, а? Ты посмотри. Есть, загнулся. Ну что, следующим идет пиро. Выстрел друг другу, блин. Обмен. Так, провокацию. Да ладно, не добил его, а. Все. Паучок, иди сюда. Блин, вот это вот его врожденное уклонение просто вымораживает. Смотри. Фиг ты по нему еще попадешь. Он даже здесь уклониться умудрился, прикинь, от атаки от этой. Прыгай тут, сайгак. На, в репу получил. Ну, здесь уже все, ребята, это шапочный разбор. Здесь-то мы их уже завалим спокойненько. Здесь осталось шиш да не шиша. Начать, как говорится, и закончить. Вот и все. Вот и все, друзья мои. Рэй проходит темное измерение. Оу! 310 карточек на
Альтрона мне дали. Друзья мои, это говорит только об одном, что я сейчас открою еще и Альтрона себе. Прикинь? Прикинь, Альтрон. Ну, если честно, ребята, это имбовый чувак. Фью. Офигеть. Вот он. У него еще раз, два, три, пять звезд. Слушай, ну это круто, ребята. Это очень круто. И первая способность, которая у него, это называется расщепляющий луч. Наносит основной цели 100% урона и с шансом 50% копирует до двух положительных эффектов, кроме провокации. И второй, это заводское улучшение. Призывает одного приспешника Альтрона со 100% от обычного урона и 100% от обычного здоровья. Накладывает на персонажа и всех союзников из повелителей зла и усиления защиты на 2 хода. Может призвать испепелитель Альтрона. Это, ребята, на первом уровне. На втором от 1 до 2 приспешников. А потом уже начинается приспешников прокачивать. То есть имба. И я, с вашего позволения, его, наверное, сразу вкачаю. На 49 уровень. Шикарно. Плюс улучшение. Правда, только одно. Так, расщепляющий луч. Видишь, 75% уже шанс. Процентов урона, а также копирует до двух положительных эффектов. Прикинь, чувачок какой становится. От 1 до 2 приспешников. Приспешник Альтрона с 220% от обычного урона и 100% от обычного здоровья. Нормально, ребят? Вот так вот. Давно я хотел его получить, на самом деле, давно. И вот я его получил. Да, он пока слабенький, ребята, потому что его нужно прокачивать именно по шмоткам. Но это нормально. Это нормально. Третья категория. А у него, друзья мои, еще открылось две. Значит, система зачистки. Наносит основной цели 250% проникающего урона и наносит двойной урон целям с усилением защиты. Дает одну единицу энергии и способности за каждый положительный эффект на персонаже. Эта атака генерирует усиление защиты. Персонажей, убитых этой атакой, нельзя возродить. В космическом испытании этой атакой невозможно избежать, и ее нельзя заблокировать. Прикинь? Вот так вот. И также, ребята, у него еще появился высший Альтрон. Если в начале матча у персонажа максимум здоровья, получает однократное возрождение, которое воскрешает с 35% от максимального здоровья этого персонажа. Убийство продлевает время действия одного положительного эффекта на этом персонаже и всех союзниках из Повелителей Зла или Злодеев Техно на один. Ну а там ты видишь уже, ребята, 35%, потом с 50%, потом он еще возрождается и дает крит урон, возрождается 75% максимального здоровья, то есть трэш. Трэш, ребята. Ладно, самое главное, что у меня есть теперь еще и Альтрон. Так, а следующее, ребята, событие, это, которое доступно, по идее, вот оно. И я его буду проходить, обязательно буду проходить. Ну, не прямо сейчас, потому что это все, ребята, очень долго, но начну его потихоньку бомбить. Так-с. Рамка, что ли? Ну, давай использовать. Забираем здесь. Так.
Что там у нас в налете? Две сферы. Так, это у нас, по-моему, на 10 осколков персонажа, если не ошибаюсь. Ну да. Ну, такой себе, ребят. Почему я думал, что мы сегодня с тобой будем агента? А. Блин, агента мы будем здесь получать, что ли? Серьезно? Симуляцию сделал. Так у меня энергии здесь мало. Че там? Пару пшиков, да и все. Ну, давай. Ага, закончилось. Ну и что у нас получается? Тут два. Три патриота. Ну и три сферы. Три патриота, три сферы. Значит так, за кадром я начну, ребята, космическое испытание. Так, рейды меня пока не интересуют. Меня интересует еще вот это вот, ребята. Это я тоже сделаю за кадром, потому что здесь поединки очень много и долго, ребята. Поэтому как бы нету смысла мне сейчас тут тратить время. Это можно тут на 2 часа, а то и больше, ну, рассусоливать. Блин, мне вот все-таки обидно, что события у нас... Я думал, что у нас будут новые события, а они еще, видишь, старые как бы. Хм. Они еще как бы со старыми здесь практикуют. Здесь я не могу продолжить, потому что, ребята, мне нужен темный ястреб. А темного ястреба у меня нету. Думал, что вот это вот начнем. Очки обработаны. Патент на рассмотрение. И за 8 очки в разработку. Так, трать энергию и зарабатывай фрагменты сферы поддержка союзников 2. Так это и очки ионные. Завербуй железное сердце в ноябре. Собирай пластины из вибраниума. Очки топа. Обратная разработка. Поднимайся в списке лидеров, чтобы заработать уникальные награды. Это где? В каком? Тигрицу надо... А, с тигрицей уже все, друзья мои. С тигрицей уже... Этап завершился. Я так и не набрал подходящее количество мне очков. Так что с этой я пока пролетел. Так, ну здесь... Вкачаем потихонечку. О, да. Так, барона улучшим. Барон улучшен, друзья. Вэл. Ну, это хорошо, ребята. Мне как раз дети Асгарда Вэл нужна была, чтобы у нас была команда на асгардцах. А вот Марвел, куда это пойдет? Честно говоря, я пока не знаю, в какой она вообще команде должна состоять.
Факт то, что это секретные защитники. Возможно, она у меня одна из первых из секретных защитников. Танкоподобный Капитан Америка генерирует энергию способностей и накладывает положительные эффекты на свою команду, а также призывает их на помощь для выполнения разрушительных атак. Но он тоже со щитом, правда, с обычным щитом, не с тем, как Капитан Америка с круглым. А тут действительно щит. И то же самое, ребята, вот этот вот воскресший. Как его там звать-то? Питер Квилл. Воскресший. И маску такую носит, как бы, знаешь, он мертвяк голимый, с пушками еще такими жонглирует. Ой. Мне вот интересно знать, кого мне следующим персонажем открывать. Я в плане того, чтобы для... для событий. Раз, два. Им, по-моему, нужно... Да, 4 звезды всем. Всем поднять 4 звезды. Это дофига. Так, если посмотреть здесь. 5 персонажей с 6 звездами. Это даже можно не смотреть, ребята. Это дофигище. Опять же, паучий мир с 6 звездами. У меня только паучок. Все, только паучок, ребят. Так, здесь... 5 стражей или опустошителей. Опять же, с 6 звездами. Раз, два. И все. Раз, два, три. 4. 5, 6. То есть их вкачивать нужно всех. А здесь что? Требуется черный гром 4. А, требуется 4. И 4 нелюди с 3 звездами. Со сколькими звездами? С 3? Раз, два, три. Ребята, нам надо прокачивать либо йо-йо. А ее, по-моему, нельзя найти, да? И, или Карнак. Ну, Карнака тоже нельзя найти. Он в Нексусе 8-6. Слушай, подожди, Нексус 8-6. Дай-ка я гляну, что там за Nexus 8.6. 8.5, 8.6 вот здесь вот. Ага, а в чем проблема? Ну-ка, дай я посмотрю. Так, хорошо. А в чем проблема здесь? Вы только поглядите, зловещий не врал, это штука там. Преобразователь, во имя Одина, какая сила? Я есть Грут. Что он сказал? Он сказал, что преобразователь здорово рванет. Слушай-ка, неужели я такой командой не смогу пройти? Интересно. Интересно. Давай попробуем. 4-8, да, там нужно было. Там Карнак будет открыт. Давай я попробую дойти. Тогда у нас есть вероятность, ребята, что мы Карнака с тобой накопим, и... Время пришло. Давайте разберемся с последней охраной и уничтожим преобразователь. Это будет не так-то просто уничтожить их. Сколько врагов? 10. Поехали. Минус йо-йо. Опа, фига ты Карнак даешь там, Балерун. Так, с кристалл нужно тоже раз... Блин, это барьеры эти.
заблокировать получится? Ну, не всем, конечно, но заблокировали способность. До свидания, девочки. Так, существо. Хотел учиться существу, но Карнак попал под удар. Фантастическая четверка появилась тут. Так, давай-ка помощь позовем. Гром. Зарядила, красава. Давай влуплять. Блокировка лечения. Просто всем. Так, ну ты не забывай, что нам нужно, чтобы фармить, нам нужно пройти на 3 звезды. То есть нам нельзя потерять ни одного из персонажей. Я имею в виду из основных. Вот эти призванные, это не считается. Нравится, как он вытягивается. Дурик. На-ка тебе. Дай ему хана. И этой хана. Так, ну что, человек-факел, все, тебе походу... Ох, нифига, это удар. Так, защита от смерти у него больше нету. Все, до свидания. С ними покончено. Ну что, взрываем эту штуку и убираемся с этой проклятой планеты. Да, злый пушистик, давай взорвем эту штуку. Бауз, типа взорвали. Ну что же, друзья мои, очень даже шикарно. Ну что же, сейчас дойдем и до Карнака, получается. Тогда мне будет проще выполнить это задание, и мы с тобой получим того персонажа в ближайшем будущем. Оу, а последним идет Танос. Ракета, устанавливай заряды. Нет, это устройство наполнено неизвестной силой. Я не рискну использовать для его уничтожения ничего, кроме мощи миллионера. Слушай, Квилл, никогда бы не подумал, что скажу это, но я не против, чтобы эту штуку взорвал кто-то другой. Проклятая машина, я уничтожу тебя не только во имя воинов удара, но и во имя всех вольных живых существ. Почувствуй силу бога грома. Не в этот раз, сын Асгарда. Ёлки-моталки, Ультимус принял на себя всю мощь молота Тора. Теперь я по-настоящему зол. Да что ты говоришь-то? Зол он там по-настоящему. Сейчас репу тебе размажем, будешь знать. Блин, я бы еще хотел бы, ребята, получить себе Ультимуса, если честно. Хотя мы можем пойти в персонажа и глянуть, кто из них там самый дорогой. Пришло время положить конец великому восстанию Нексуса. Я построю свою империю на вашем прахе и соберу свой трон из ваших костей. Ты слишком самоуверенный парень. Слишком. Что ты себе возомнил-то вообще, а? Ультимус! Эй, был Ультимус, а стал, извини меня, супом вареным. Ультимус тоже мне, блин. Блин, ну это, конечно, хороша, тут не поспоришь, ребят. Нравится мне Псайлок, как она себя ведет, как она бьет. Такие довольно критовые атаки. Это что там? Ах ты, уклонение. Фига, у него еще и контратака сразу же идет. А так если? Гудбай. Да ладно. Мантис, что ты здесь делаешь? Блокируем. А без способности, что они, ребята? Ничего не сделал, у них просто обычные атаки. Так, Циклоп, Дракс, прибыл. Я бы массовую бы атаку, но у меня массовая атака только лишь у Гаморы. О, сейчас мы как раз зарядим. Поехали.
Все, это последняя четверка игроков, которую мы сейчас разнесем. Да, зря вы так выделываетесь. Так, Питер Квилл отлетел. Тоже отлетел. Ну что, циклоп, пока. Я нахожусь у источника своей силы, преобразователя. А вы способны только на эту жалкую атаку? Что ж, мы обрушили на этого парня все, что у нас было. И теперь у нас кончились патроны. Тор, ты у нас главный, какой план? Мы поступим так, как наши союзники, Звездный Лорд. Мы пойдем в великой битве. Я надеялся, что у тебя будет план получше. Жалкие создания. Вы продолжаете сопротивляться, но вам не остановить меня. Никому в мультивселенной меня не остановить. Не спеши, Ультимус, этот бой еще не закончился. Ты еще не сразился со мной. Кристалл, ты что тут вылезло? Ты еще говоришь, не сразился со мной. Насмешило. Так, ребят, ну что же, Карнак открыт. И значит, мы с тобой сможем теперь спокойненько его фармить. Ох да. Ну что, давай попробуем дойти. Фьюри, я оставил тебя умирать в останках твоего геликарьера. Ты думал, что я использую все козыри в самом начале сражения. А я-то думал, что ты гениальный тактик. Используй столько мутантов, сколько желаешь, Фьюри. Тебе не победить меня. А это и не нужно, я лишь хочу засадить тебя в тюрьму. Америка, Феникс, открывайте портал. Билет в один конец до измерения кристалла Амкран. Получите и распишитесь. Люди их с братством, охватайте его. Что он там за акл? Мы его типа поймали? Это вот этой командой я должен играть? Ты серьезно? О, друзья мои, шансов-то у нас тут нету. Шансов. Не, я... Не, какое тут? Меня распишут сейчас, друзья. Эту команду разнесут, к сожалению. Я-то думал, что мы будем своей старой командой рулить, но... Нет. Нифига. Мы в измерении Мкран. Где Ультимус? Он здесь, я чувствую его. Наверное, мы разделились, когда прошли через портал. Вы двое, наша единственная возможность выбраться отсюда. Так что держимся вместе, пока не вернемся домой. Мистики, друзья мои, удар, что запер нас в этом измерении, вернулся. Не дайте им сбежать. У нас нет на этого времени, разберитесь с ними. Ой, тут еще и Хэлла, ёпарусете, вы серьезно? О, все, ребят, ну тут... Тут без вариантов, во-первых, у нас уровень очень слабенький для них. Чтобы им сопротивляться. Пипец. Танос с контратакой, блин. Да. Но этих двух сейчас уничтожит он. Это я тебе точно говорю.
Да ты запарил-то вызывать-то тут их всех. Вот и провокация закончилась у меня на Капитан Америке, а у нас провокаторов-то и нету больше, да? Хорошо он, конечно, пропечатал. Вот сейчас в минус, ребят, загонит. Все. Минус трое. Хотя, ты знаешь, этот этап не обязательно проходить на 3 звезды. Почему? Потому что здесь фармить нам некого, ребята. Здесь нет героев главных. Но то, что тут творится... Да, еще и Тор явился, блин. Ой, Тор, этот. Ну, ты понял. Танос, блин. А, еще и Хеймель. Поехали. Как ты достал уже, а? Еще и провокацию взял на него. Зачем, спрашивается? Все. Мистики Ультимуса повержены, Фьюри. Они останутся здесь со своим хозяином. Как насчет выбраться отсюда, пока мы не застряли тут вместе с ними? Росомаха прав. Это измерение мощная тюрьма. Мы с Америкой можем создать путь назад. Но я не знаю, сколько он продержится. Значит, не будем терять времени. Убираемся отсюда, пока нас не нашел Ультимус. Слишком поздно. Да, ребята, не полным составом прошли. Фармить нам, конечно... Этот уровень не дадут. Я его могу потом пройти на 3 звезды. Но меня больше интересует... Танос. Так, кто, например, вот здесь вот будет у нас? Отправьте меня в измерение, связанное с кристаллом Кран. Была гениальная идея, Фьюри, но теперь ты попался в собственную ловушку. Прикажи своим пешкам открыть портал домой. Давай закончим этот бой как воины, а не как пленники. Ты обманываешь себя, Ультимус. Я лучше проведу 1000 лет в этом измерении с тобой, чем пущу тебя обратно в мультивселенную. Да, блин, вы издеваетесь, что ли? Опять эта команда. Да я даже не знаю, ну... Не знаю, ребят. Без медика хреново, блин. А медик у нас такой, знаешь, плешивенький. А пузырь, по-моему, еще хуже, блин. От него толку, как от козла молока. У меня есть вечность, чтобы сломить волю Чавеса и Феникса и заставить их освободить меня, Фьюри. Но ты-то мне не нужен, чтобы освободиться. Это измерение станет моей могилой. Твоей могилой. Так, и он еще тут, к тому же, блин, впрочем, ой, красоты. 1 с врагов. Начнем именно с него. С Ультимуса, говорю, блин. Ага, Америка его наваляла ему, ребят. Кто там у нас? Веном. Блокировка лечения. Тут понятно все. А, провокация стоит. Давай, Пузан. У нас контратака тут, смотрю, висит.
Давай-ка вот так вот. Ну-ка. Сдуло. А что он делает? Что это такое было? Выбежал, пинка сделал какого-то. Контратака. Но почему-то они не контратакуют. А, это отразить. Отразить. Я попутал, ребята. Контратака не так выглядит же. Контратака выглядит стрелочками. А это да, это уклонение от атаки. Такой удар. Так, по-моему, там. Ё-моё, ты посмотри, сколько у нас, ребят, на этом. Ох. Кровотечение там, конечно, висит на нем немерено. Есть. Слушай, ну она хороша. Америка Чавес. Я живое воплощение порядка, Фьюри. Высший разум показал мне мультивселенную, зараженную свободой волей. Без меня там царствует хаос. Я уже слышал подобные высказывания, Ультимус. И услышу еще не раз, но только не от тебя. Циклоп, стреляй! Всем назад! А, нет! Он оглушен. Феникс, Америка, вытаскивайте нас! Портал открыт, но у нас мало времени, нужно спешить. Пошли, пошли, пошли. Ну и прекрасно. Даже здесь, ребята, на 3 звезды мы умудрились пройти. Всего лишь убрал из команды медика и поставил пузыря. И пузырь, как ты видишь, сыграл довольно неплохую роль здесь. Ну что ж, друзья мои, а вот и Nexus 8.9. Хала, родное измерение Ультимуса. Хм, они вернулись. Фьюри, что с Ультимусом? Все кончено? Почти, осталось лишь уничтожить преобразователи. Я с удовольствием разберу эту мерзость по винтикам. Только через мой труп, Магнета. Немар, ты что здесь делаешь? Ультимус побежден, но за ним придут другие диктаторы. Чтобы противостоять им, нам потребуется армия оскверненных. Ради процветания Атлантиды, подводник передает этот преобразователь Думу. Немар, ты же знаешь, что мы не позволим тебе этого сделать. Черт подери, опять эта команда. Ну не знаю. Тут, я так понимаю, против Немара будем драться, а Немар он подводник, блин. Черт его знает, как оно пойдет сейчас. Ладно, попробуем пройти. Немар, Дума использует тебя. Пытаясь защитить Атлантиду, ты просто передаешь ее в руки Дума. Я знаю его, Сьюзан. Прости, но вы можете либо отдать мне преобразователь, либо выступить против меня и погибнуть. Слушай, у них команда здесь большая. Тут еще и Гравитор. Блин. Да, Гравитор. Но у нас леди хотя бы есть. Ну, начинается сразу же, блин. Заблокировались. Давай с гравитона начнем. Поехали. Так, мне бы щиты бы, конечно, повесить. Это что у нас? Это кто? Ага, шторм. Дадите мне щиты-то поставить, в конце концов, блин. Есть. Так, барьерчик мы себе установили.
Давай, Пузан, выходи. Плюха вылетела. Блин, слушай, мне не нравится, что у Капитана Америки здоровья мало. О, друзья мои, очень мало. Он погиб. Все, он погиб. Зря я на него провокацию вешал. Воскресить его никто не сможет. Здесь нет воскрешателей, к сожалению. Ну да, я тупанул. Я взял и на него провокацию повесил. Не надо было так делать. Но мы можем переиграть. Тут больше никто так сильно не страдает, вот как вот, ребят, Капитан Америка. Ну, потому что он взял провокацию, но, естественно, все удары на него пошли. Тут, правда, еще неизвестно, кто еще будет. 6 бойцов. Так, Муравей. Карнак прибыл. Так, Вдову выкинули. Паучок сдох. А это вот последняя четверка. Да, мне кажется, реально пройти. Реально было пройти, ребята, без потерь. А вот то, что оглушение, конечно, тут она получали, это плохо. Так. Не надо псайлок трогать. Немар, ты проиграл, но все еще можешь искупить свою вину. Преобразователь лишает всех, кто попадает под его действие свободной воли, превращает людей в рабов. Ты не тиран, ты король, вот и веди себя соответствующе. Сьюзан, ты права, даже Немар порой ошибается. А теперь посторонитесь, чтобы я смог сделать то, что должен был еще давно. Империус Рекс. Немар уничтожил преобразователь? Хм, один вопрос, почему с оружием все еще трется армия красноглазых злюк? Кажется, это моя вина. Я что, забыл сказать, что, уничтожив преобразователя, вы не освободите оскверненных? Ой-ой. Возможно, я не упомянул об этом, потому что намерен править несколькими переданными мне ультимусом измерениями. Но не переживайте, я буду держать своих... Я буду держаться своих земель, а вы, ребята, будете держаться, да? Чего угодно, мне плевать. Ладно, пойду править несколькими мирами. Заглядывайте иногда, я люблю принимать гостей. Не стоило доверять зловещему. У нас есть проблемы посерьезнее, чем он. В ваше отсутствие Дум захватил измерение Нексус. Тогда мы отобьем его. Значит так, сегодня мы одержали великую победу, но борьба еще не закончена. Дум, зловещий, это только начало. Эта война разорвала мультивселенную на куски, и собрать ее воедино под силу только нам. Удар, за работу. Как-то так, друзья. Как-то так. Две звезды, блин. Две звезды. Ну что, по крайней мере, мы прошли. Я уже потом, ребята, как-нибудь за кадром все-таки пройду на три звезды всего. Главное, что Карнак у нас есть. И, соответственно, мы можем теперь его фармить. Так, а сколько у меня его, блин... Дофига, конечно, придется тут еще, ребят, копить. Но это мелочи жизни. Главное, что есть на кого копить. Куда было бы хуже, если бы не было.
Так все очень даже хорошо. Угу. Так, какие мне сферы-то нужны? По-моему, вот эти, если я не ошибаюсь. Да? По-моему, Карнак вот здесь еще где-то открывается, вроде бы. Нет, не здесь. А в каком же он тогда? Кстати, нам этот уже не нужен. Нам надо будет тогда копить с тобой на агента Венома. Нет, все-таки надо ее открыть. Где же я видел Карнака-то, а? Ну, я имею в виду, чтобы можно было на него копить. Не помню, хоть убей. Ладно, друзья мои, это уже и, грубо говоря, не важно. Ну что же, друзья, давайте тогда на сегодня мы будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!